Здравствуйте, все. Все это все на польском. У меня теперь крупные польские эти самые познания. Я нахожусь в Варшаве, неподалеку от нашей квартиры. Вокруг, наверное, это сталинский ампир. Хотя хрен его не знает. Часть домов выглядит как достаточно старые, а часть как достаточно новые. Ну, мы сейчас погуляем, и мои бабы офигели от гидов. Сказали, что гиды им больше не нужно. По этому поводу будем заниматься самообслугой. Тоже по-польски. Вот и скажи, что тебе нечего рассказать, потому что ты отказалась брать гида. Я отказалась брать гида? А кто? Мне предлагали брать гида. Сейчас возьмем гида, сейчас позвоню. Не надо. Нет. Значит, мы приехали в старый город Варшавы, на Замковую площадь. Тут где-то типа Королевский замок, мы сейчас его вокруг обойдем. Смотрите, какая красота, правда? Вообще тут все, как мы любим. Мощенка, такие домики аккуратные, такие черепичные крыши. А потом вдруг раз, ковровые бомбардировки и стадион-арена. Кстати, мы вчера проезжали, видели там магазин для фанатов. Уткин, ку-ку. А потом пойдем куда? В торговый центр. Кофе, байк. Только что из него валил пар, как из хорошего паровоза. Он там, видать, делал эспрессо. Леночка, хочешь выпить чашечку эспрессо, а я это дело запечатлю? Нет, не хочет она эспрессо. Извиняет. Каждый раз, когда такая хрень продается, не могу пройти мимо. Совершенно завораживает и внешний вид, и процесс, и звуки, которые она издает. О, в ногилу. Кому было деньги собирать? Наши люди. Ты говоришь, рай это мигдаль шама. Почему их видно сюда за километр? Я теперь уже знаю. Это рыночная площадь. Вполне такая рыночная. Такие домики красивые. Сейчас пойдем домики снимать. Старый добрый агрегат. Работает. Класс. Смотрите, какие домики. Смотрите. Прямо домики игрушечные. Я понимаю, что это все восстановлено. Николь покажет, как этим пользуются. Николь, покажи, пожалуйста, потом будешь мучить эту штуку. Что она сказала? Ах ты, господи. Как все сложно. Ой, здорово. А еще раз? А несколько? Вещь. Точно в самолет нельзя, но прикольно. Играйся. Вот такие вот штучки. Гляньте, какая красотища. И эти тоже две красотки. А там еще парк. Николь делится мороженым. Только что эта хрень играла и это самое. И баловалась. Не знаю, как поющие, танцующие точно. А давай тогда Николь будет петь, а фонтан танцевать. У нее что-то пришло. Очень красиво. Мне это очень нравится. Чего-то там по воле волн стоял он дум великих полн. Сначала снимаем красоту. Красота находится на берегу реки и залипла в свой телефон. Говорит, у нее интернета нет, а тем не менее чего-то нашла. Мы сидим, по-моему, на набережной. И тут где-то поющие фонтаны. Срочно бежим обедать. Раз капает, где обедать? У нас один ответ. На каждый кап... Один обед. Один обед. Не слабая такая рыбеха. Чтобы вы понимали, вот это берег, вот это рыбехи. Вот это рыбехи, вот это берег. Такое. Карпы, как я понимаю. У нас сегодня последний день пребывания в Варшаве. Именно день, потому что в 11 ночи мы улетаем. И мы решили провести его на природе.
Мы гуляем по Королевскому парку Лазенки, который считается одним из достойных мест посещения в Варшаве. И вам его сейчас покажем. Инка и Николь подкрадываются к павлину. Сейчас он как взлетит, как их заклюет. Ну что, вполне такой павлин. У кого-то из великих режиссеров голубей кормят. Попросите у бабки крошки. У меня скоро получится выставка гондол. Есть гондолы по-венециански, гондолы по-блецки, а это гондолы по-польски. И что-то все разноцветные. Вторая попытка быть укушенной белкой. Они на меня все встают на руку. Я боюсь. Они такие чудные. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Позвоните нас. Не давай. Процесс пошел. Как делать это? Сесть. Да. А то на тебя залезть. Иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая. Окей, сюда. Сейчас с тебя, не могу это открыть. Бери. Не, в рот схватила. Подожди, сейчас другая, это самая будет. Схватила в рот. Класс. Вы запомнили где? Притаптывает. Угу. Чего не было? Офигевши от польской кухни, развлекаемся в японских заведениях. Сейчас будут делать чай. Из таблетки. Знаешь, что это такое? Это руки мыть. Great. Это тебе принесли зеленый чай, который надо, это самое. We need you explaining. You can just drink.